Всем привет! Сегодня мы поиграем в Sick Edition за Британию. И сегодня у меня есть цель. Это вернуть Британии все ее колонии. И вот как раз. Это очень много. Мне понадобится даже США, поймите. То есть вот сколько стран мне надо в общем завоевать. Вот. По всему миру тупо. Вот чекайте. Индию надо. Вот это будет очень хардкорно, так как США есть, Канада. Поэтому давайте сейчас попробуем. Вот. Я ничего не обещаю. Вот. Если что, НАТО здесь я расформировал. Не знаю зачем. Просто. Вот. У нас стоит что у нас сейчас? Парламентская монархия. Я предлагаю ее сменить на что-нибудь. Осуждаю. Вот. На социализм, например. Не, ладно. Это слишком. Где вот прям много налогов и мало всего. Это абсолютно монархия. Разве что. Или же... Чтобы такого. Например, парламентская республика можно. Не знаю, попробуем. У нас очень большой доход. Я представляю, какой доход у США, честно, ребята. Поэтому мне уже страшно лично. Так, 170, нормально у нас так уровень разработки. Короче, качаем... думаю, все 60 сюда. Ну, да. Остальные доход от налогов. Вот. Просто качаем. Вот. Так сказать. Уже 500 тысяч доход. Давай. И у нас остается 8. Я думаю, в управлении. Можно последнее вкачать. У меня так спина болит. Ага. Значит... Первое, что я хочу сделать, это... Это, естественно, у нас Ирландия идет. И у нас вообще что-то... Что-то не так идет. Давайте. Делаем один ход. Все. Да, все везде теперь. Нет, не везде. Ну вот... Ладно, пусть будет. Все равно особо это ни на что не влияет. Ля, у Ирландии тут. Ой. Значит, Великобритания. Да, давайте проголосуем, не знаю, за Великобританию. Вот. 29 ходов. Вот. Поэтому давайте сейчас... Ну, мы уже накопили достаточно денег. Поэтому давайте нанимать огромную армию в... Северной вроде Ирландии. И давайте где-нибудь, где он порт есть ближайший. Можно здесь порт сделать. И здесь нанять еще кучу войск. Так сказать, немного так армии. У них достаточно нормальная армия. Тут 38 тысяч. Ладно, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я сюда не подумал. Они нас пробили. Вообще не вопрос. Сразу в Дублин, думаю, можно атаковать, чтоб у них армии не осталось. Ага, не, все-таки... Армия у них осталась, она на нашу разбила. А серьезно, мне страшно думать, что будет с Америкой. Почему у меня с Америкой вопрос? У нее ж, ну, Америка ведь освободилась. Не, я понимаю, раньше она была, да. Но она же освободилась еще давно. Ну ладно, где-то мы не пробились, поэтому ладно. Все, полностью Ирландия за нами. Так сказать, вот так вот все берем. Берем всю Ирландию себе, и у нас из, не знаю сколько, 100 тысяч войск осталось вообще огрызки и остатки. Можно сказать, первое мы завоевали. Второе, в Европе нам ничего не надо, меня это радует. Думаю, можно сейчас идти в Африку. Вот.
Во. Или же тут вообще до хрена, поймите, по всему миру Китай. Извините за мат, блять. Это просто а. Китай, вот зачем в Китае вот это вот надо, вопрос. Кто это придумывал? Кто у нас топ-1 сейчас? Правильно, Китай. И мне с этой машиной придется воевать как-то, поймите меня тоже. Поэтому давайте сейчас по-быстрому все поставим на ассимиляцию. И наймем новую армию для похода, так сказать, в Африку. Набираем в самой Англии, так как здесь у нас все нормально, так сказать. Кстати, что у нас за правитель? В 79-м еще встал и до сих пор живет. Маргарет Тэтчер. А король, а королева где? А, возможно, это премьер-министр. Хотя нет, сейчас другой премьер-министр. А, не, ну 12-й год, естественно. Вся армия отправляется сюда. Тысяч. Нам, думаю, хватит. Я примерно запомнил, где первый находится. Это вот Гамбия. Потом пойдем на Сьерра-Леоне, Гану, Нигерия. А нам нет. А потом пойдем в это Королевство Лесото, Южноафриканская Республика, Эствани, Ботсвана, Зимбабве, Зимба, короче, много чего. Вот. Поэтому давайте сейчас подождем нашу армию. Да что вам надо? Идите нафиг. Нам вот это надо. Все, наша сразу же армия выходит сюда и забирает. Так, это, так сказать, первая республика готова. Теперь нам надо вот это вот. Китай выиграл. Ни хрена. А, два Соединенных Штата Америки. Нормально? Да, это нормально. Я не против. Пусть Россия будет. Я за Россию. Серьезно. Хоть у нее население не очень, но. А чё, я готов за Россию. Хотя за нашего давнего союзника надо, ну ладно. Теперь ты нам нужна. Нашу армию не победить такую. Сразу же выходим с этих территорий. У нас высокая инфляция, но как-то пофиг, типа. Ну, давайте какого-нибудь из стран дадим, например, Украина. Пусть тебе отдам все эти 11 лямов. Я знаю, у тебя вообще будет прям, так сказать, инфляция огромная, ну ладно. Так, теперь нам нужна Гана. Гана. Вот сюда, блин, сейчас три хода. Два, точнее. Не, у нее тут уже армии довольно нормально так. Да. Куда ты идешь? Нет. Не, у нее армии прям нормально. Я вот серьезно боюсь думать, что будет с Америкой. Только представьте себе. Машина. А что еще с Китаем будет? С Китаем, мне кажется, мы вообще помрем. Серьезно. Мы вообще помрем нафиг. Ладно, давайте. О, так сказать, давайте сейчас выведем войска. Стоп. О, сколько у нас армии мало осталось. А, теперь Нигерия. Ой, очередь Нигерии. А, наша армия просто. Нашей армии, думаю, хана будет. Ладно, давайте сюда влетим. Ух, ни хрена ж себе тут армия.
Ой-ой-ой, сейчас высадка будет, окей. Я-то как? Наша армия тупо разбита, как по мне. Все там осталось, не знаю, сколько там осталось от нашей армии. 111 тысяч. А было, если что, 170 на начало войны. Держу в курсе, да, ребята? Последние два хода где-то. А, не, последний ход, наверное, да. Вопрос, а зачем? Ладно. Давайте, теперь отправляемся куда? В Лагос. Мы теперь, кстати, шестой в мире. Шестая в мире. Так как вроде бы Великобритания это девочка. Хотя это вообще тупо, как по мне. Иди сюда. А, мы еще не заключили мир. Давайте. Вся Нигерия наша. Тупо, серьезно. Девяносто тысяч сейчас пойдет на Южную Африку. Мне кажется, нам вообще не хватит этих войск. Тут что ли гражданская война какая-то была? Значит, Россия, генеральный секретарь. Классно. Значит, сейчас я голосую да, наверное, буду за Францию, так как пусть она станет. Значит, я набрала подмогу в виде 200 с чем-то тысяч. И сейчас они будут отправляться вот сюда вот, для этой территории. Потом мы отсюда уже будем идти, 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 вот так, идти, 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 потом сюда, вот сюда, вот в эти страны, вот так вот, короче, пойдем как-нибудь. А, нам еще ж Египет нужен, да? Да, блядь, Египет еще, ля, ну, нормально. Мы, кстати, уже пятая в мире, поэтому, да, держу в курсе. Я думаю, можно повоевать за несколько территорий, нам вся Южная Африка не нужна. Серьезно, Южноафриканская республика вся нам не нужна, думаю. Так как, а в чем в нее смысл? Как-нибудь проход получить, хотя бы наполовину ее разрезать, я бы был рад. Так как вот так вот тупо сейчас сливать мою армию, об эту армию, я не хочу, это серьезно, это самоубийство. Вот сюда они пробились. Потом еще говорят то, что это легкое прохождение. Нет, вообще нет. Это не легкое прохождение. Если у тебя нету нормальной армии, то ты все, ты можешь сказать, умер. Вот, прям как сейчас. Я, наверное, буду уже заключать мир. Так как это невозможно. Нам нужна лишь одна эта территория, но я попрошу все, которые можно. Все, вот так вот попросим. Все. Наша армия сейчас собирается здесь, короче. Вот. Из нашей 300-тысячной армии осталось 149 тысяч. По-вашему, вот это вот нормально? Что делают боты? Здесь, значит, строю порт. Значит, на ассимиляцию земель. Все. Нам нужна еще вот это государство. Нам много кто еще нужен. Это капец. Поэтому давайте сейчас попросим. На тебе столько денег. Дай право прохода войск. Спасибо. Сюда вот идем. Я, кстати, на блага повысил. Вот. Так. Вот этому я тоже войну объявлю. Капец, у меня теперь 100 тысяч армии. Все, теперь все идите сюда в порт. А, ну, да. Короче, ребята. Как по мне, но ненадолго можно закончить. Я начал собирать. Вот.
Думаю, в следующей серии мы уже завоюем Ботсвану, Зимбабве. Кто нам там еще нужен? Потом вот это вот Замбия, Малави, Танзания, Кения и Уганду завоюем в следующей серии, думаю. Так будем потихоньку идти. Просто поймите, за одну серию... во, еще нам надо, да-да-да. Просто вы думаете, а, это легко, типа, такие все дела. Вообще нет, поймите. Вообще не так. Ну, кстати, это наша территория, да? Да. И вот это наша территория. Нормально. Вот, я вам предлагаю какой-нибудь... Ух, нифига, тут даже 21 тысяча, поймите. Вот здесь вот 20 тысяч. И валя. Да, я предлагаю вам прохождение за Кубу. Вот, за Кубу. Так сказать, будут периодические серии за Великобританию. Вот за это. И за Кубу. Просто играть сейчас за одну Великобританию я не хочу. Поймите. А, ладно. Что ж, ребята, всем удачи, всем пока, пока что. Да. Что ж. Yeah, I got 1 grand on my dummy up on. Who caught a million, my go yard though. I win the game, so you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by focus. I get me some hands, she been that shit over.